Приветствую! Вы на канале Звездный Социум. Перед началом ролика прошу вас подписаться на канал, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А теперь к новости. Стали известны новые скандальные подробности в деле о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова. Долгое время ходили слухи, что Ефремов был не один в машине, однако СМИ заявляли, что это была партнерша Михаила Дарья Белоусова. Выяснились совершенно иные обстоятельства. Один из пассажиров прямо заявил о том, что он был в тот вечер в машине Михаила Ефремова. Им оказался шоумен Стас Борецкий. Стас Борецкий также сделал громкое заявление о том, что в машине был еще один пассажир. Но кто он? Шоумен говорить отказывается, так как этот человек очень известный. И Стас попросту боится последствий. Но ведь это прямое укрывательство сообщника в этом преступлении. Цитата. «Это правда. Я был в той машине с Мишей Ефремовым», – заявил шоумен. «Там был еще один человек, но я не могу его назвать, потому что он очень известный, и я боюсь последствий». До сих пор официальной версией считалось то, что Михаил Ефремов в машине был один. Однако технические эксперты после осмотра транспортного средства заявили, что был как минимум один пассажир, не считая актера. А теперь, оказывается, их было двое. Так кто же второй пассажир? Надеюсь, мы скоро узнаем все детали ДТП. А пока ставьте палец вверх, оставляйте комментарии. Будь в социуме!